На этой неделе в соцсетях появилась информация о возможном закрытии филиала детской поликлиники в Юрьевце. Обеспокоенные мамы возмутились. Микрорайон большой и продолжает строиться. Если учреждение закроют, то родителям с детьми придется ездить в центр города. Очень неудобно, конечно. Ездить в город. Не у всех есть возможность туда мотаться. Здесь удобно и близко к дому. И врача ждать здесь, быстро врач. На дом вызываешь, быстро врач. Когда он из города будет приезжать? Мне кажется, не стоит. Лучше здесь оставить. Не дай бог, объединят, нет. Что же делать? На Пушкина ездить, что ли? Это очень неудобно будет. Не знаю, это для нас, ну, филиал в Юрьевце, это прям спасение. Никуда в город не надо ездить. Очень удобно, хорошо. Сотрудники поликлиники о возможном закрытии своего филиала не слышали, хотя в нем уже сокращают работников регистратуры, но остальной медперсонал остается на своих местах. В этой больнице, как и во многих других, есть проблемы с кадрами. Детей со всего микрорайона принимают лишь два педиатра, а к узким специалистам приходится ездить в больницу на Студеной горе. Загруженность у медиков филиала в Юрьевце большая, но новых врачей не сыщешь днем с огнем. Руководство не может взять где-то педиатров, если их вот реально нет наличия, но не приходят новые кадры. Вот они выучили специалист, куда они ушли, нам неведомо. Это, наверное, лучше вопрос в институт задать там в Иваново или еще где-то. К нам они не пришли. Мы их очень рады видеть. У нас специалистов новых пришло очень немного. Вот. Хотя я вам честно скажу, что реально руководство старается. По словам главного врача области, улучшать качество медпомощи в филиале детской поликлиники в Юрьевце действительно нужно. Но в департаменте здравоохранения пока нет четкого понимания, как грамотно можно это сделать. Напомним, недавно облздрав предложил объединить 6-ю городскую больницу в Юрьевце с 1-й поликлиникой Владимира в целях удобства пациентов. Возможно, в ближайшем будущем от департамента поступит предложение и о слиянии филиала детской поликлиники с другим медучреждением. Но пока вопрос об этом не стоит. Слухи о закрытии филиала в Юрьевце главный врач области категорически отвергает. А вообще ничего не закрывается. Нет, а как можно закрыть лечебное учреждение, так сказать, такое социальное, которое необходимо? Это вообще полная глупость. Мы просто варианты просматриваем, все считаем. Но без совета депутатов, муниципальной власти и вообще без какого-то понимания жителей вообще делать ничего нельзя. Если работу детской юрьевецкой поликлиники в облздраве захотят изменить, то обязательно спросят мнение жителей микрорайона, уверяют в облздраве. Но каких-то кардинальных решений в департаменте раньше следующего года не планируют. Так что пока родителям из Юрьевца беспокоиться не о чем. Филиал детской поликлиники продолжит работать в том же режиме. Ольга Федина, Константин Миронов, 6-й канал.